В Ереване сегодня вновь было неспокойно. В столице Армении прошли столкновения оппозиции с силами правопорядка. Сегодняшняя акция была приурочена к Международному дню прав человека. Ее участники заявляют о нарушении и массовых фальсификациях в ходе состоявшегося 6 декабря референдума о реформе Конституции Республики. Активисты требуют признать недействительным результаты голосования, согласно которому большинство армян поддержали переход страны к парламентской форме правления. Оппозиция уверена, что в результате у власти еще на несколько лет останется действующий президент Серж Сарксян. Демонстранты попытались разбить палатки на площади Свободы, но им помешали сотрудники правоохранительных органов. В результате полиция задержала по меньшей мере троих активистов.